Специалисты регионального управления МЧС России совместно с представителями лесной охраны и казачества патрулируют зеленые зоны и лесные массивы Севастополя. Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, граждан, нарушающих запрет на посещение лесов, которые действуют с 26 июля, привлекают к административной ответственности. Хочу напомнить жителям и гостям нашего города, то, что на территории города Севастополя с 5 июля введен особый противопожарный режим, который подразумевает собой запрет на разведение костров, сжигание порубочных остатков и сжигание мусора. За нарушение требований законодательства, подразумевающее собой посещение лесов, будет наложен административный штраф в виде 40 тысяч рублей. Главное управление МЧС России по Севастополю напоминает, в нашем городе отмечается 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности. Сотрудники ведомства призывают жителей при обнаружении дыма или возгорания на открытой местности незамедлительно сообщать об этом по телефону 101.